И всем привет, дорогие друзья, с вами Трубоёжик и Настенька. Мы сражаемся с кракенами, блин, мы их... Блин. Он убегает! Настя, стой! Мы его должны догнать, он убежит сейчас. Он Я убежит! Я плыву. Плыви, плыви, Настя. Я очень далеко. А где он? Он телепортировался куда-то, походу. Фу. Теперь мы знаем, как вызвать кракенов, да? Надо да. убивать медузок. Кому спасибо, надо сказать? Кому? Кому? Ну тебе же. Вообще-то мне. Я ты сказала. И сама не знала. Вообще-то я знала. Я ты говорила, ну это невозможно. Ну возможно, я да. Я сказала, это, ну есть. Смотрите, факт. Наркотики примем. Иди сюда, наркотики будем принимать. Эй! Это скелет. Я иду к наркотикам. Ты, блин, нас дети смотрят. Ты чё такое говоришь? Я твоей матери все расскажу. Знаешь, какая песня есть? Котики, наркотики. Прикольная такая. Котики, наркотики. Иди сюда, у нас шмаль убегает. Луком убиваю, гениально вообще. У меня тоже плохо, чувак. Настя, ты кривая какая-то. Ты толстый, раздуваешься. Ты какая-то... Все. Пропали наркотики. Пошли еще медузок убивать, нам кракенов нужно найти опять. Только теперь давай не будем их сильно откидывать, потому что потом... Ну, а вон водяной дракон. Какая разница, мы еще тех не убили. Кракенов? Да они уже уж убежали куда-то. Ну да. Чертовы кракены. Но вдруг они не заспавнятся в этот раз. Просто они иногда заспавнятся. Да он как быстро заспавнился. Мы пару медузок прикокошили и все. Ну да, нужно подождать, ну когда дождь будет. А. Тогда они появятся. Не очень. Да хватит. Дождь подождать она хочет. Когда дождь будет, короче, это, лить, тогда и кракены появятся. Так, тихо-тихо, пошли искать этих существ. Надо, главное, медузок маленьких убивать. Да. Можно вот спрутов тоже попробовать. Не, на спрутов не действует, по-моему. Ты думаешь? Угу. А крокодильчики? Не знаю. На... большинство на этих медузок маленьких и на водных этих драконов. Откуда ты знаешь про драконов? Я сама пробовала. Пробовала, да? Ну, ну самое нормальное это медузки. Вон там. О, медузки! Вот эти маленькие. Давай поближе подойдем. Угу. Как это, 4 стрелы сразу выпустил? Нет, не так. Ну, заподлагал. О, вот дождь! Всё. Кракены! Где они? Смотри вокруг. Я не где? Вижу. Может, просто дождик пошел? Наверное. Мучим дальше. Ага, ты смотри, на F5 хотя бы нажать нужно. Зачем? Увидеть. Чтоб увидеть их, вдруг да они ничего. Сзади. Они по нас поднимут, мы поймем. Да, они... не, это были кракены, точно. Видишь, дождик прекратился. Надо убивать еще медузок. А вдруг это те же самые кракены? Просто они убежали. Да они куда-то убежали, да, совсем струсили. Вот дождик тут, смотри. А. Значит, они тут где-то. Наверное, не знаю. Пошли искать они медуз. Они уплыли просто. Медузы. Кракены, трусишки. Боятся нас. Угу. Ну когда мы будем. Давай оденем железную броню, тогда они нас не будут бояться. Потому что будут убивать с первого раза. Ну знаешь, как они убивают? Они поднимают тебя высоко и кидают на землю. Да, а потом опять притягивают, как магнит. Да. Опасное существо. Что-то я не вижу медузу. О, медузка! Медузка, блин, кракен нужен, а не медузка. Кракена нету, будем. Кракены убежали, потому что их нужно искать именно в воде. В воде? Может, над водой? Да. Нет, под водой. Не, их не бывает под водой. Ну, короче, по воде. Ты пьяная, иди домой. Иди домой. Настя, пьяная, иди домой. Кружочек. Кружочек!
Треугольник. У тебя утюг сломался, да? Не сломался утюг? Утюг, он меня ключит, вот он, утюжочек мой. Постоянно. Его заносит. Ну, бывает. Я иногда кличко. Ну, это ты всегда Кличко, но тебя иногда Нет. конкретно заносит. Меня иногда бывает Скажи фразы Кличко Кличко. укусит. Я не знаю. А, гремит. Пошли. О! Вон там, наверное, они. Подожди, я хот-доги поем. Ай! Тихо, это Кто? Крипер. Я Кракен, где сдаюсь. ты, сволочь? Ну, гремит, значит, где-то близко. Ну, не факт. Возможно, это не Кракен, а просто Конечно. гроза. Да нет. А почему Похоже, что... грозу в Майнкрафте нельзя использовать? Типа получение электричества, все такое. Пошли воду. Пошли. У нас даже приор Упьемся. нету, бомжи. У меня есть одна. А, кстати, у меня тоже две. Я об этом не подумал. Да вообще, думать ты не умеешь. Ой, кто бы говорил, Крючко. А, Кличко. вот мы нашли этот. Кракенов? Нет, верстак. 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 Гениально. Мы искали и нашли верстак. Было. Гремит там, значит, они там где-то. Гремит там. Где гремело? Там гремело, значит, они там, наверное. Да, ну это не точно. Гениально, там они, на берегу. Я тут поубиваю еще немножко. Да толку ты их будешь убивать, все равно не появится новое. Мы еще Чё? старых не нашли. А я вдруг появится. Да нет. Я пошла искать на лодках, на лодке их. Гремит Короче, везде. расходимся. Если я найду, то можно. Расходимся, расходимся. Расходись, сколько хочешь, раздвигайся. Где вы, О. кракены? Питера. О, я кого-то вижу там. Какое-то Я тут. фиолетовое пятнышко там плывет. Сейчас я его убью. Я что ли? Ясно ли? Фиолетовое пятнышко. Ты офигел. Ты офигела, ходит фиолетовый. Ой, Взяли жалко. кракенов, расстреляли из лука. Ой, Нам... я лодку сломала. Конечно. Баба за рулем лодку Вон сломала. он, мужик-то там какой-то. Это что А, уже такое? пропал. Ты чё? Я к тёлкам пошел. Тя, Я ну у меня теперь одни тёлки. тусю. Блин, у пацанов должны быть на уме одни тёлки. Если у них на уме не одни тёлки, значит это ненормальные пацаны. Так, я лаву нашел. Гениально! Ага. Это шедевр. Да, это шедевр. О, блин, мы походу упустили их зря. Гремит Зря. они, зря. Зря. Зато я наркоманскую девочку нашел с красивыми волосами. Вот она. Ага, у тебя везде одни наркоманы. Нет, И ты не тоже везде. наркоман. Это ты наркоман Ключку. Нет. Ты не забывай, кто из нас треугольник. Не забывай, кто тут кружочек. О! Это что так? Дождь опять, потому что я убила крокодильчиков. А, вот как можно... Кракен! Где? Кракен! ТП ко мне, ТП. Ну ты вообще ТП. Это ты Как? ТП. Селиделик Турбо. Селиделик? А, он почти убитый! Так Почти убитый! это тот же самый. Да! Убивай его, Настенька! Я убиваю, чувак. Настенька, стой, 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 сильно не откидывай, стой, 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 стой. Пусть он приблизится. Меня бьет чертов зомби. Он Да. наверху, давай Да, он покатаемся. сейчас его отпустит. Да не стреляй, блин! Дай ему нас схватить, а то он опять исчезнет. Вообще не стреляй. Где Он он? наверху. Наверху он на самом. Наверху. Расстреляла его, он Да он ушел. вверху, видишь? Да и не вижу. Я тоже уже не вижу. Кочерга, блин. Треугольничек. Ты чё? Взяла, упустила Кракена. Да он наверху у это Наверху. А мы бежал. не можем летать. Тебе нужно было не стрелять. Он наверху летел. Нет его. Еле Ой, даже. ой, гремит.
Он тут где-то. Да тихо ты. Найдем, найдем. О, свинозомби! Что тут делать свинозомби, чувак? Не убивай его. Откуда он Я здесь? думаю, Кракен его заспавнил. Каким образом? Но мы ему щупальца отрубили, и из этой щупальцы вырос свинозомби. Пошли этих каракатиц убивать. Пошли. Свинозомби. Ну, крокодильчики. Блин, ну почти мертв. А с Кракена много чего интересного падает. Уверен, а что падает? Без понятия. Вот именно. С него, по-моему, фигня падает. Вот из тебя фигня упадет, блин, а с него должно падать нормально. Да нет. Не знаю. Ни разу не убивала еще. Не убивал, крити. Хотя, по-моему, и так убивал. Да нет. Когда еще с Русиком с ним. О, я нашел шмаль. Кого? Шмаль, топы ко мне. Нет. Я сегодня не буду. О, моя голова. Блин, я не могу попасть с прута. О, фу, я целюсь, я не могу. Ой, ты наркоман, Ты Павлик. вообще... А, смотрел Павлика наркомана? Нет. Конечно. Вообще-то я не знаю, кто это. Я просто знаю, что типа у него кличка такая. Это как он там? Денчик? Ты чего? Дэнчик. Денчик? Я не знаю, что он говорит. Но я почти Денчик? так. Я могу как этот наркоман. Валер, настало твое время. Но это кто не знает этого прикола, не поймет. Ходит тут с лучком, блин. Кракена нашего Нет. выкинула. Смотри, пират это. Чё, пиратка? Пиратка. Пиратка. Да не, мне больше голая нравится. Хотя, белая тоже неплохая. И вот это Ой, фиолетовое прости, говнецо тоже, нечаянно. блин, надоело мне. Нечаянно. Вали отсюда. Фиг, какашечка. Теперь ты нифига не треугольничек, ты какашечка. С вами трубоежик и какашка. Сам-то какашка. Какашка! Пошли, Я вижу говнецо. тебя. Пошли кракена искать. Стрелять. Зря ей лучок дал. Надо было ей лопату дать, и пусть картошку опять копает. То, что посадила. Я еще потом буду сажать другой участок. Сколько у вас там большой участок? 6 соток. Ну, это же маленький. Ну, за Ну полчасика что ты? посадишь. Ну, ты, наверное, дня три, наверное, там мучилась. По одной картошечке сажала. Конечно. В день. Угу. Посадила три У тебя картошки. вообще сады, наверное, нет. У меня есть. Ну ты Ну, там не работаешь, да? это что я должен там работать? Ну вот, а мы каждый день. Каждый день. Ну, Работяжка. сначала родителя, иногда мы там ночуем. Спроси у подписчиков, кто еще так же. Кто так же делает? Ночует в саду, помогает там все такое. Имеется в виду, она сажает картошку на дачу родителей. Ее заставляют там работать. Да. И много ты там вскопала, Не, я не садила. копаю. А что ты делаешь? Я что делаю, блин? Палю там. Вот, что еще? Пали отсюда. Ты эти искупать Ты что хотела. меня палишь-то? Палит он меня, палит. Палит. Не пали меня. Не пали тебя. Ой, смотри, девочка какая. Где? О, Вот. одетая. Не то, что ты. Она со вкусом одета. Я тоже Ты одета. взяла, начала луком в нее стрелять. О, Как будто я собачка! Юра. Собачки! Пёсики! Пёсики, Пёсики! моркосики. Они Пёсики, этих овечек жрут. наркотики. Кстати, если их убить, все загрятся Да на ну. тебя. Угу. Ну попробуй стукни. У него глаза засветятся красным, Да и они на ладно. тебя загрятся. Такое умное. Это все знают, ты чё? Ну Все. вдруг ты тупой, ну вдруг ты это, Твою ну. фиг, а ну иди сюда. Да и хватит. Дайте броню сломаю. Не надо, отстань от меня. Отвянь. Пусть тебя крипер. Ой, я в шахту упала. Я убил пёсика, никто не загрелся. Загрятся они все на тебя. Нет. Вот я убил двоих пёсиков. Опять же. Ну и нужно его ударить, смотри. Нужно Яу. ударить, все. А если Вон там убить, то не пёсик. загрится. Да хорош пёсик, ты чё?
Может, проверяем теорию Настеньки. Хватит песиков бежать. Я в тебя. Я за песика тебя убью. Ты кого там убьешь? У меня броня лучше. Мне наплевать. У меня золотые яблоки. Это мне все равно твои яблоки. А у меня золотые яйца. Стальные. Стальные. Из натуральной стали. Смотри, песик, он живой еще. Да... Три, Не два, надо! один. Оставь его в покое! Ту-ду! А я бы его и так не убил бы. Так. Бьет меня тут. Бьет тебя. О, каньон. Бьет. Встань здесь. Издевается надо Встань мной. здесь. Ага, сейчас я тебе встану. В прошлом... Это Спарта. Это Спарта, да? В Чё? Майнкрафтовской. Ничего. Подойди сюда. Пошел отсюда. Спартанка. Ай. Давай, лучник, держи ее, держи. Задержите ее, Нет. пацаны. Иди отсюда. После того, как у тебя броня сломается, тебе уже ничто не поможет. Да хорош, я уже все. Не буду Встань. тебя бить. Так, что это Хорошо мы тут сломался. фигней страдаем? Нам же Че, еще. тут бухи, да? Че это там? Ты сам чуть не сказал, что это мы тут бухие. Ты пьяна. Иди домой. Иди домой. Иди домой. В О, в баню. лаву, давайте скинем в лаву. Мне Это что? лава-то ничего Это не сделает, а джунгли? тебя она А, убьет. нет. Это болотный биом. Пошли там эти медузки, медузки. Да Пошли. вот я вижу каких-то водных дракончиков. Они мяукают почему-то. Неудивительно. Это Чего же неудивительно, с каких пор рыба мяукает? Не знаю. С каких? С этих, с майнкрафтовских. С майнкрафтовских. Ты это В общем. психологу объяснишь скорой помощи. У меня Нет. рыбки мяукают. Рыбы мяукают, драконы мяукают, лягушки мяукают. Да, и я убивала кракена. Они, Господи, наверное, не знают, кто деточка, лечись! Лечись! Тебя на 10 лет запрут в психбольнице. И тебя тоже, я скажу, это мой, ну, этот, Ну, а я умнее буду, я собрать. скажу, да вы что, бред, что ли? Чего вы А я покажу несете? видео доказательства. Пока что, да. Кто тебе поверит? Все поверят. Я кое-что Тебя нашел. посадят вместе со мной, и мы будем играть в Майнкрафт. Я не буду сидеть рядом с треугольником. У него углы острые. Я не буду сидеть с окружностью. Этот кокушонок еще будет пахнуть. Окружность. Кокушонок. Я Кто? царь кокушонок. Кукушка? Кокушонок. Какашечка. Сам так кукушонок зовут. Ой, блин. Срака. Эй, не матерись, ты чё, она дети Ай. смотрят. Ты куда ушла? Я не Нас дети смотрят. Это Спарта. меня 2 хп. Чё ты гонишь, тебе 2 хп? Снесло 2 хп. Смотрите, она меня ударит или нет? Нет, не ударила. Ладно. А я специально здесь стал. О, курицы! Мои, пошел вон отсюда. Я убью всех и оставлю одну Пошел и себе заберу. вон отсюда. Пошел отсюда. Ты офигел, оставь А, одну. одна осталась! Она моя! Не трогай мою курицу! Ты чё её бьёшь? Попади в меня! Я тебя еще убью с твоей курицей. А, вон еще курица пошла, я сяду. Чё не трогай мою курицу? Не твоя. Почему она... Чё ты бешеная какая? Почему её кормить нельзя? Потому что... Блин, я убил свою курицу туфелькой. Давай спар... Ну это... Иди сюда. Битва на Это курице. нечестно, чтобы ты на курице, а Эй! я без. А, вон еще курица. Ты вообще офигел. Ну я тут, блин, ты чё, спарту она хотела. У меня курица Давай спарту. хот-доги не хотела жрать. Спасибо, подбросила. Я тебя ненавижу. Оставь курицу! Оставь, оставь. Не трогай, это моя. Нет. Давай Нет! я в тебя попаду. Иди сюда. Ты что там прыгаешь на моей курице? А вон еще курица. Ну иди сюда. Попробуй в меня попасть из лука.
Дело в том, что если вы находитесь на этой на страусе и пытаетесь стрелять из лука, вы убиваете этого страуса. А Настя об этом не знала. Не знала. Попади, попади, не попадешь. Ай, она близко пролетела. Давай, шевелись, курица. Попади, попади. Не по... Косая, косая, Я тебя косая. ненавижу. Косая, косая, косая. Косая, косая. Иди сюда, иди сюда. Сейчас я тебе колечко и тю-тю. Ты где? Так, я Караганде. знаю, как надо. Вот так нужно. Арам зам зам. Сейчас замочим курочку Настеньки. Кто за кого болеет? Настя, Настя выиграет. Да ты убегаешь. Как ты можешь выиграть, если ты убегаешь? Ты тоже? Я Ты за тоже? тобой. Да ладно, С а то я не мечиком. вижу. Ага, ты не видишь. Ну иди сюда. Где ты, Не кочерышка? знаю, в Караганде. В Караганде. Чик-чирик. Давай не прыгай, просто ходи. А, чтоб ты меня убил. Да, я тоже просто так хожу. Она не сюда. Цыпы. Ты куда там тупаешь? У тебя так ноги А чё она шевелятся. не ходит, она? Блин, ты бессмертная курица, иди сюда. Блин, у тебя такие ножки забавные. Кругами Распрыгивай. ходит тут вообще. Ну-ка, стой, как рыцари. Стой напротив меня. Есть! Пошел ты. Убегай! Давай, курица, работай, работай. Я убью и эту, чтобы ты не смогла. А вон там сзади еще одна курица, надо ее тоже убить. Ты у нас будешь бескурая. Пошел уже. А, ну Я ничего. тебя сейчас убью. Убьет она, блин. Ты сначала глаза выправь, косоглазая. Я тебя сейчас выправлю, Попади. Караганде. Я тебя ненавижу. Я вообще... Ребят, чего вы смотрите? С вас лайк. Чего вы смотрите? Че, Не смотрят, тут смотрите. ржут, блин. Даже лайк не поставят. А ты давай, Я блин. тебя ненавижу. Ненавидеть дальше. А, я застрял. Почти, я ж тебя убила, ты Блин, бесишь. ты убил мою курицу. Бесишь меня, бесишь. Ненавижу. Ты опять убила мою курицу. Пойдемте, Настеньку, добьем. Где это? Пошел отсюда. Да ты достал. Не бей. Не бей. Иди сюда. Задрал ты уже Да я весь. познакомиться хочу. Дорогая девушка, можно с вами познакомиться? Подождите, Пошел вы куда отсюда. убегаете? Пошел. Полиция, спасите. Дайте я вам броню сломаю. Иди отсюда. Ой, бедняжечка. Не, у Иди меня же... отсюда. Иди Ты же... отсюда. Иди отсюда. Иди отсюда. Не забыл. Пристает. Достань. Хватит. Да, ну ладно, а то еще сломаю тебе броньку. У тебя сколько брони осталось? Чесать спинку, почесать. Почесать спинку, почесать. Массажик сделать. Ой, Ты хочешь набралась. расслабляющий массаж? Ну иди сюда, расслаблялка, хреново. У меня уже мало хп. Ну у тебя нормально хп. Броня не сломалась у тебя? Еще нет. Сколько там? Половину? Ну, больше половины. Ты офигела, я тебя убью. Хочешь массаж расслабляющий? Я сейчас тебя так расслаблю. И отбрасывает сильно. Ну так тебе надо. Сейчас я в тебя курочкой пульну. Курочка, стоять, я в тебя буду. Я тобой Да, буду пулять. успеть. Чу-чу. Волейбол. Курочка мертвая. Ты офигела меня откидывать? А у меня стрельба. Курочка, догоняй! Ты жаришь курицу, когда бьешь мечом. Я знаю, у меня же острота и огонь. У меня тоже острота.
Ты вообще Лети. выбесил. Вот это я на твою А. могилку поставлю, ладно. Пошел я курицы искать, че я только с одной курицей тусю. Я сейчас убью их. Кого ты убьешь? Ты не нашла эту курицу. Общем, должны кракенов искать. Да, Ну, ищи. наплевать, да. Эй, блин! Все, ты меня достал. Это косоглазие сначала выправи. Попадет туда, Пошла тех конечно. куриц убью. Потом у тебя. Ты чё, моих куриц хочешь? Она пошла Пошла отсюда. Ты ударил мою курицу. А, не, не мою. Другую. Блин, я из-за ее длинной головы ничего не вижу. Там пчелы, осы, точнее. Осики! Слабоасу убить. Почему я в тебя попадаю, но Ты не потому что попадаю? не попадаешь в меня. Ты попадаешь. В тебя. Ты попадаешь в меня, но не в курицу. Но не в тебя. Ну, я тебя потеряла. А вон ты. Я потерял. Косоглазие выправи. Тебе глаза в разные стороны смотрят. Апельсинчик, говорю. Этот треугольник. У тебя аж три глаза и три в разные стороны. Заткнись ты. Давай, треуглазый, давай. Курица. Не можешь попасть, но ничего, сейчас мы тебя накажем. Жаль, у меня зелий нету на усыпление и на ум. Ты что там крутишься, голова не кружится Кружится. там? Косоглазка. Косоглазка обыкновенная. А я тут, а я тут. Да ладно, я тебя не вижу. Как ты меня увидишь, ты же... О, Да курица. хватит меня бить. Кто тебя бьет? Тебя никто не Да бил. муравей. Правильно. Цапай ее за ногу. Откуси ей эту лапу. А вон ты. Блин. Я хотел сзади подкрасться. Пиндаля тебе как дать. Скоро скорпион заспавнится. Ну давай, Я кстати, тебя ненавижу. закончим серию на этом веселом моменте. Не трогай мою курицу. Не трогай мою курицу, говорю. Тронул. Косоглазка. Да блин, че у меня такой? Че у меня мышка плохая какая? Это самая плохая. Он Блин, я с не лука могу не тебя бьется. бить! Вообще нормально, он с лука не бьется. Я попадаю, а не Ты в меня попадается. попадаешь. Но не О, попадается. скорпиончики, наконец-то. Большие боссы. Пока маленькие. Ну, где маленькие, там и большие есть. Там Да? рядом тоже курицы есть, залезай. А я нашел клевое местечко. А я нашла босса, чувак. Ну, не все равно. Нормально. Нашла, Пошел нормально. отсюда. Ой, босс! Вот он, царь скорпионов. Да ладно. Да? Шоколадно. Прохладно. А ты что, его не убиваешь? Он застрял. Зачем? Я знаю. А Блин, я я его не курицу могу случайно убить. задела. Не Он можешь? меня отравил. Бывает. А я его бью, а я его бью. Он меня не Нет, бьет. ты его не бьешь. Я... А, он в текстуре, походу. Или ты его бьешь? Нет, он в текстуре. Я его не могу сильно бить. А он меня бьет как-то. А из лука можно Не стрелять? знаю. Из лука нужно. А, вот я попадаю по 9. Я, наверное, тоже. У меня вообще по одному. Это он в текстурах умирает по одному. Это не ты. Нужно откопать текстуры. Давай, у меня есть лопата. У А тебя не еще буду. и утюг при себе всегда. Блин, мы столько стреляем в него. А вот О, он девять. выбрался. Блин, он выбрался. Откидывает, откидывает, кусает, кусает. Где он? Вон он. Далеко не откидывает, и уже надоело. Вот. Рассчитывай. А то опять откинешь, как кракен, и потом...
Респавнится. Прижимай его к горе, чтобы он не смог далеко откинуться. О, у него 100 хп. 130. Ты что, считать не умеешь? Так, сдохни, 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 сдохни. Ай, кто меня бьет? Не знаю, кто тебя бьет. Но он явно что-то правильно делает. 49, 40, 30. Я все соберу с него ресы. Они все мои. И убью его, и тоже я. Я здесь убила под, нет, под я. Конец. Алмазы. Да фу, алмазы. Фу, алмазы. Но я это тебе... фигня. Я тебе припомню. Кстати, еще один лук с него выпал. Какой? Ну, вот этот теперь крутой. Да. О, эти, как его, капельки. Какие нафиг капельки? Титана. Мне 9 штук. Ну ты, я... Смотри, просто... убил скелета, с него выпало. Стрела, две кости и лук. Редко выпадает. А если да. убить треугольника, с него выпадет углы. Бисектриса. И крыса. Бисектриса — это такая крыса, которая делит, углы пополам. Вот, треугольников нафиг разделит, пусть пополам тебе. Чтоб ноги в одну сторону, руки в другую. Так, ладно, дорогие друзья, что-то мы уже заигрались. Спасибо вам за просмотры. Ставьте лайки, комментируйте и задавайте вопросы. Да? Да. Кочерышка, отвали. Нет. Не бей. Не пей, не пей. Может, это Спарта? Хорошо летаешь. Не надо меня стрелять. Настя. Что? Давайте что-нибудь подарю. Давай. На. 8 пар туфель. Куда? На голову. Забирай. Всем пока, дорогие друзья.